Это снова я. Девочки, кто только сейчас присоединился, у нас был еще сейчас эфир по актуальным сторис. И там я немножко уже не успевала показать экспресс-дизайн. Значит так, хочу сказать, я такой экспресс-дизайн делала наподобие уже. Он подходит очень хорошо для мастеров, у которых вообще нет никакого опыта совсем. И, в принципе, просто подходит он по тематике, потому что, как вы знаете, совсем скоро у нас главный мужской праздник, 23 февраля. Вот, и для защитников, для наших, для Отечества мы можем сделать какой-то приятный дизайн. Сейчас я буду работать гель-лаками InGarden, буду работать коллекциями, которые сейчас находятся на распродаже на сайте. Девочки, обратите, пожалуйста, свое внимание, сейчас на сайте продаются гель-лаки от 99 рублей. Просто эти коллекции уже старые, скажем так, не по сроку годности, а сейчас есть усовершенствованная формула X-гель, кто не знал, очень-очень плотные цвета. Эти, девочки, цвета тоже плотные, не знаю, почему мне в прошлый раз сказали, что они полосят, но хотя я уже потом разобралась. Дело, конечно же, еще в нанесении. То есть наносить гель-лаки любые можно как тонкий очень гиперслой, так и в, ну, не в толстый, а в средний. Поэтому сейчас при вас я покажу, чтобы не было голословно о том, что цвета действительно ложатся хорошо. Даже сейчас вот так сделаю, даже сейчас увеличу вот так вот. Фоном под мой дизайн будет выступать гель-лак InGarden So Naturally Manhattan, 162 оттенок. Так, как вовремя, вы скажите, как закрепить сразу. Вот сейчас будем с вами вместе закреплять. Сейчас все сделаем. Ну, что-то и фокус решил пропасть в этот момент. Во. Отлично, главное не выйти из кадра. Смотрите, можно наносить гель-лак... Блин, ну это я много взяла. Можно наносить гель-лак, ставя кисть вертикально и давить на нее. Конечно, тогда будут вопросы, что типа вот на первом слое гель-лак полосит. А можно, поставив кисть параллельно ногтевой пластине, взяв небольшую каплю материала, аккуратно распределить ее к зоне кутикулы, и гель-лак медленно и очень плавно распределять по ногтевой пластине, работая в этот момент только своими пальчиками. Рука должна оставаться на месте. То есть вот только пальчиками вы цвет распределяете. Сейчас сразу сделаю небольшую поправку о том, что работаю в данный момент. Я сейчас не в студии нахожусь. В студии у меня мощные лампы, а дома у меня очень старая с Алиэкспресс китайская лампочка. Естественно, уже которая видела огонь, воду и медные трубы. И даже при нанесении такого, как казалось бы, кому-то может показаться толстенького слоя, просыхает все очень хорошо. Опять же, сейчас я вот такая вот старушечка у меня сейчас здесь. Отправляем в лампу. Поэтому вы уж простите ей ее потрепанный вид. Напоминаю, этот гель-лак Манхэттен. У него оттенок такой, то есть, если, может, сейчас на экране покажется он белым, но нет, он такой фиолетово-синий-голубенький, такой прям нежно-нежно-нежно припыленный цвет. Вообще, ну, как бы издалека может и белым показаться. Консистенция у этих гель-лаков с предыдущей коллекции более жидкая и подходит мастерам, у которых быстрая скорость, то есть большая скорость, опытным мастерам они идеально зайдут. Если вы еще в начале пути, вам может показаться работаться с ними сложно. Поэтому обратите такое внимание свое. Так, достали. Ничего у нас не скукожилось, все на месте. В один слой идеально лег. И что я делаю? Далее я возьму три такие вот потрясающие штучки. Крутые лаки. Еще одни гель-лаки под номером 107 Гортензия. И без кисточки тонкой.
в основном, но на всякий случай положу к себе поближе, я начинаю выполнять такие ляпушки. То есть, что это значит? Это значит, берете кисточкой и вот так вот. Главное, не так много, как я сейчас в данный момент. Давайте-ка я сразу это уберу. Кисть, хорошо, флакон убрали, излишки, чтобы у вас не капало с нее. Выполняем такие вот капли. Капли. Я думаю, вы уже наверняка догадались, что я буду делать. Если догадались, можете написать. Наоборот, такой консистенции работать круто. Ну, видите, на самом деле очень зависит все-таки еще от скорости. Пигмент согласна, то есть при таком нанесении никаких пузырей, ничего нету. Размытие. Не-а. Ставим лампу подсушиться. Здравствуйте, добрый вечер. Девочки, кто только присоединился, очень рекомендую вам посмотреть предыдущий эфир по... Да, верно, все, камуфляж. Форму камуфляж, да. Настоятельно такая, главное, рекомендую вам посмотреть предыдущий эфир про актуальные сторис. И вообще, девочки, если вы сейчас решили вплотную заняться своим инстаграмом, я вам сообщаю с радостью и гордостью, что 7 марта я проведу очень крутой онлайн-курс по инстаграму. Там будет все вообще, то есть все, что нужно. И актуальные сторис, и как делать иконки, и как обрабатывать фотографии, и все приложения нужные, ненужные. Вы можете посмотреть полное расписание у меня в инстаграме, то есть если вы зайдете в мой инстаграм, Мария Мун, нижние, два нижних подчеркивания, там будет пост, называется пост, инстаблог, то есть фотка. Фотка, на фотке написано инстаблог, и под ней полная информация. Это был у нас номер 107 гортензия. Теперь мы возьмем более темный оттенок. И если вы захотите записаться на этот курс, также можете мне в директ Мария Мун написать, я вам скину всю информацию. Именно реквизиты к оплате и как будет проходить курс. Спасибо большое за сердечки, девочки, очень приятно. Также кистью из флакона, не заморачиваясь, у нас же экспресс, в конце концов. Делала заказ, по ошибке заказала оттенок сангрия, понимаю, что не прогадала, ничего себе. 3 дня всех подряд красила, круто. И в пустые участки... Также ляпаем. А, вот сейчас у вас на экране очень похожи. Хотя в жизни реально отличаются. 2 флакона купил. Можете в свободные участки, а можете еще немножко внахлёст с предыдущими. Так. Но мы сейчас не просто с вами... сделаем этот экспресс-дизайн, мы его усложним не экспрессом, а инкрустацией еще. Так, подсушим. И он такой, знаете, получается вроде девчачий, такой простой, розовенький, и в то же время тематический. Я уже один типс подготовила. Так, который не хочет сфокусироваться. Конечно, он думает, зачем? Камнями. Ну, естественно. Их снимут с производства, их больше не будет. Нет, не будет, девочки. Вот поэтому очень рекомендую сейчас, пока они еще есть, зайдите на сайт, приобретите, потому что за такие маленькие денежки вы, получается, очень хорошо расширите свою палитру. И последний оттеночек, который нам нужен, прежде чем начать все это дело красиво инкрустировать. Это вот такой вот красивый номер 86. Уже прикольно получается, спасибо. Который называется «Цветочная королева». Может, себе такие сделаю. Точно, все равно маникюр надо менять. Софи, если ты меня смотришь сейчас, знаешь, что тебя ожидает. Софи, если ты здесь, откликнись.
Я что-то пропустила про гель-лаки. Смотрите, вот те гель-лаки, которые я сейчас показываю, конкретно которыми работаю, серия So Naturally, и они снимаются с производства. То есть и сейчас они на сайте InGarden, на который вы можете перейти, зайдя на наш профиль, и в шапке профиля будет прям активная ссылочка сразу. Сейчас на сайте они находятся в распродаже. Некоторые гель-лаки даже по 99 рублей. И я поэтому сейчас показываю и очень рекомендую, девочки, если есть сейчас возможность, заказывайте их обязательно, потому что потом их больше не будет. Ни цены такой замечательной, ни, естественно, самого продукта. И вот такими ляпушками заляпали. Главное вовремя остановиться. Вот, знаете, я сейчас говорю, говорю и могу, собственно, этого не сделать. Потому что кажется, что вроде там проплешинка, там. Надо закупиться сангри. Еще три флакона. Закупайтесь обязательно. Так, досушиваем. Смотрите, если будете делать очень толстый слой, будет вам неудобно потом камушки устанавливать. Каменья. Так, сейчас я расщеплю. Вот. Так, у этого какой цвет? Вот, девочки. Смотрите. Гортензия, 107 цвет. Самый светленький из всех – это гортензия. Вот он. Дальше у нас с вами идет 156-й. Это вообще из коллекции «Пастель Неон». Вот у них, у «Пастель Неон», они уже плотные. То есть имеется в виду по консистенции, они уже более густые, они прям приближены к X-гелю. Это прям вот неон, вырви глаз. И самый последний, я его уже, конечно же, запрятала. Это 86 номер, цветочная королева. У него здесь даже внутри есть легкий шиммер. Ну, смотрите, он из всех, которыми я работала, чуть более полупрозрачный. Не знаю, на типсе. Более полупрозрачный. Господи, я мастер слова сегодня просто. То есть его в один слой вы не положите. Его вы положите слоя в два, в три, средненьких таких. Так, все, приготовилась там наша дополнительная типса. И что я сейчас сделаю? Можно сейчас, кстати, да, топом покрыть. Смотрите, условие не обязательное, вот это. Я имею в виду покрывать топом. Просто я так сделаю, потому что выпуклости от нанесения оттенков могут мне помешать сейчас при установке страз. Покрываю я биотопом. Слой такой средненький уже выбираю, то есть чтобы хорошо перекрылось. Можно сделать легкое выравнивание. Так, переворачиваем. И в лампу. Блин, я надеюсь, ровно поставила. Что-то я так закинула, не заметила. И следующий наш с вами шаг будет, это как раз-таки установка страз. Стразы я буду... Ага, нормально. Стразы я буду устанавливать в необычном таком порядке. То есть это не будет какой-то специализированной выкладкой, но для этого мне понадобится подфоновка. Фон. Я буду использовать X-гель, коллекцию Celebrity, 104 номер. Это вот такие вот классные блестки. Блестки я нанесу как фон под стразы в форме звезды.
Сначала думаю спросить, у вас скажете. Потом думаю, не буду вас томить, сразу все сделаю. Сразу все скажу. И каким образом я хочу это сделать? Я хочу установить стразы в форме большой звезды, которая будет у меня аж на два ногтя сразу распределяться. Вот на этом экспресс-дизайн заканчивается. Дальше уже идет не экспресс. Вот такие вот два. Я уже делала такой дизайн на клиенте, правда, давно. Но если интересно, я найду этот дизайн и в сторис сегодня выложу себе. Смотрите, нам нужно определить звезду. Для этого сделать нужно какие-то наметки. Так как я хочу, чтобы звезда у меня разошлась на два ногтя, естественно, ровно это не получится сделать, то есть ровно распределив. Поэтому нужно ее как-то, как будто бы на бочке, она на одном. Так. Ну, давайте как-то я... Давайте как-то вот так, наверное, я подсоберу. Сейчас пока просто имею в виду, наставлю себе насечки, иначе на весу я это не сделаю, по крайней мере, ровно. Ага. Да что-то он меня отказывается слушать-то, господи, экран-то этот. Сейчас, девочки. Да что такое? Это прикол какой-то сейчас новый. Не приближает. Во, наконец-то. Дошло до него, что мы тут вообще-то не глупостями занимаемся. Так. Сейчас будем пытаться рисовать звезду. Блестки нужны для того, чтобы стразы, когда установите, чтобы они более ярко, что ли, выглядели. Так. Вам, наверное, еще то подсвечивает. Поэтому может оказаться не совсем видно. Ну, как-то так, значит, это должно быть. Я так примерно сейчас набросала. Сейчас выровняю. Еще знаете, что будет... более ярким этот дизайн выглядеть, если вы сделаете его потом в итоге с матовым топом. Это прям вот, я вам серьезно говорю, это вот сочетание матового и страз. Это у меня кусочек, кусочек звезды, лампы его. Это всегда выигрышное сочетание. Так, и здесь надо его... доделать. То есть имеется в виду поровнее. Сердечки побежали. Красивые ваши. Так. Закинули. Ну что, теперь дело в стразах. Я сейчас буду их выкладывать долго, сразу говорю. А, еще их и рассыпать могу. Это моя фишка в последнее время, рассыпать стразы.
Господи, что за человек? Ну, нормально, да? Буду как-то так, по чуть-чуть оттуда засыпать. Я взяла микс вот такой и малюток набрала. Ну, еще, естественно, раскидала половину. Ну, ничего. Всем смешно, а у меня, может, траур сейчас. Вот, значит, смотрите, выкладывать я их буду долго и мучительно. Ну, в смысле, не экспресс это пойдет сейчас, уже дальше тема. Я такая же... Welcome to the club, да? Далее мы берем с вами базу, базу густую, прозрачную, идеальные ноготочки. Все знают, что у базы консистенция достаточно густая, сразу... Смеетесь надо мной, да? Что она будет хорошо стразы держать. И по участку будем наносить на те места, где у нас как раз-таки звезда и будет находиться. Так, я беру не всю звезду покрываю, а немножечко. А вы пока можете что-то писать, спрашивать. Я буду еще и... Я, короче, буду как Цезарь. Я буду что-то делать. И еще вдобавок с вами пытаться разговаривать. Поэтому вот так. Ну, как бы просто здесь нету, скажем так, смысловой нагрузки, потому что, ну, нанесли вы базу. А, ну давайте, может быть, я, конечно, сейчас ошибочно предположила, что все это знают и умеют, поэтому исправляюсь. И сейчас сначала поясню, что я делаю, а потом будем болтать. Нанесли на какой-то определенный участок, который вы готовы покрыть за один раз стразами стразы, собственно, сами. Ой, точнее, базу густую. И начинаем устанавливать стразы. Так, вот сюда. Возьмите какой-нибудь микс, будет красиво выглядеть. Так, можно чуток повыше уже сделала. Сколько лет занимаюсь ногтями? Я занимаюсь сейчас, в мае будет 7 лет. 8-й год пойдет, господи, кошмар. Время летит. И все, такая в депрессию впала сейчас. И ушла плакать. Пожалуйста. Так, на ручках у вас стразы тоже сидят на этой базе? Да. Скажите, что за цвет был нанесен без базы, но перекрыт топом? Цвет был без базы, но перекрыт... Нет. Нет, без базы держаться ничего не будет. Сколько он продержится, я точно в числах не скажу вам, потому что, ну, это очень много особенностей на это есть. Но держаться он точно не будет, я вам скажу сразу. Старушка, спасибо. Хотите меня до депрессии сегодня довести? И так сразу рассыпала. Еще и это. Девочки, чтобы конструкция всегда держалась гораздо лучше, чем могла бы, я еще беру бульонки. Выковыриваю из них какую-то стразину, которая туда завалилась. Это обязательное условие. По-любому у всех так есть. Так, возвращаемся к нашей красоте. Но долго ее не оставляем, а то, видите, она плыть начинает. Бульонки я отдельно куда-нибудь перекладываю. Немножечко на них пазы топа, биотопа, чтобы сделать из них кашицу такую. Так вот. Ну, конечно, фокус решил именно в этот момент потеряться, потому что, ну, как бы, а когда еще, если не сейчас? Привет!
То есть вот я сейчас такую кашу себе из бульонок намешиваю. Разъедините их, если они хорошо... Еще так. Чтоб цвета не меняли. И это тоже. Ну, еще и удобно брать их. Таким образом. Конечно, нужно просто было подготовить все это заранее, но зачем? Так же интереснее. Могу, честно говоря, сейчас немножко из кадра выходить, потому что не вижу. И потом бульонками все это дело дорабатываю. То есть вставляю бульонки в участке между стразами. Тем самым и сама картина будет получаться более такая четкая. И стразы держаться будут на ура. Какую красоту вы создаете. Спасибо большое. Спасибо, девочки, большое. Так, куда побежала? Старайтесь сами стразы кисточкой только сильно не трогать, чтобы они не получились у вас мутными. Так. Конечно, не под камерой у вас бы это получилось. У вас бы. И у меня, точнее, у меня бы получилось это быстрее, но. Нет, камни ни в коем случае топом мы не перекрываем. Они у нас хорошо придвинуты друг к другу. И тем самым они как кирпичи в цементе находятся. Так, вот один лучик создали. Мы их ни в коем случае топом перекрывать не будем. Мы покроем топом все вокруг страз. Так. Поэтому сейчас вот процесс, на самом деле, может быть муторный. Я вас пойму, если вы сейчас устанете смотреть. Поэтому, чтобы наша с вами беседа была более продуктивной, предлагаю еще и болтать. Ну, в плане, то есть, какие-то вопросики ваши. Я почему делаю по участкам? Сами понимаете, камушки будут просто убегать у вас иначе. Так, сейчас я пододвину. То, что рассыпало. Вот сюда. Вот сюда пускай они идут. Почему не используете карандаш для камней? Я его использовала сейчас, когда крупные наносила. А потом, когда маленькие уже... Кисточку, вот он. Все в порядке. Все на месте. Как выбрать курсы маникюра? Девочки, на эту тему, кстати, будет онлайн. Чуть выше ответьте, пожалуйста, по поводу МК. Я не видела по поводу мастер-класса. Напишите, пожалуйста, еще раз. По поводу, как выбрать курсы маникюра, будет прямой эфир в скором будущем. Сейчас точно не могу сказать. Могу у себя выложить пост про прямые эфиры, которые буду делать. Не помню просто когда. И я целый прямой эфир для этого создала. Как выбрать курсы маникюра. Как ухаживать и хранить кисти. Кисти лучше обрабатывать в чем-то... в базе или в топе, хорошенечко их промываете, а потом в темное место обязательно уложить. Что у вас больше всего просят делать? Как вы думаете? Стразы. Тут понимаете, какой момент? Я уже рассказывала это. Что вы предоставляете в вашем магазине, то у вас и будут любить, скажем так, и видеть, что вы в этом спец, ас и так далее. А так, ну вот у меня в основном все девочки плотненько так на стразах сидят. Я не поняла, на что ответить выше по поводу МК. Продублируйте, пожалуйста. Я не обратила, видимо, внимания, не увидела.
Так. Вот у нас еще одна стрелочка с вами пошла. Звезды. Крупные камни, конечно же, вот такие, как здесь, да, вот этот крупняш, лучше не устанавливать все-таки с бочка ногтя, но так как у нас это типсы, на типсе я себе это позволить могу. На клиенте бы, на боковой части ногтя я бы не поставила стразину такую крупную. Ее очень легко задеть просто будет. Вы любите градиент? Конечно. Конечно, это вообще... Это, кстати, еще один мой онлайн-курс, который будет в марте. 20 марта будет курс по градиенту и инкрустации. Так. Проверяем симметричность. Градиент с X-гелями, гель-лаками вообще шикарный. Девочки, кто из Питера, кто пойдет на Невские берега, приходите на наш стенд. Я там буду вести мастер-классы и по градиенту в том числе. Градиент кистью или вообще аэрографом не пользуюсь. Никогда не пользовалась. Видела, как это делают, но нет. Я больше за ручные техники. Я и рисунки все лучше рисовать буду, учиться и так далее, чем буду использовать слайдеры. Какими основными проблемами сталкивались в начале работы? Ну... Да я что-то проблем не помню особых. Это была одна проблема, но это не по работе она была. То есть, ну, в плане не от работы, а от людей была. То есть, просто я из маленького города, из Ленинградской области, и там, значит, в тот момент, когда я такая вся звезда решила стать мастером маникюра, были уже закореневшие такие тетеньки, которые были самыми крутыми в городе, естественно. И тут я такая звезда появилась, короче. И начала у них хлеб отнимать. Там такие разборки были, вообще кошмар. Но прошло. А и конкретно из-за работы не было, знаете чего, знаний нормальных вначале. Просто их тогда в таком вообще масштабе даже не было. Опять же, ни Инстаграма, никаких тебе видеомастер-классов, ничего такого. И поэтому было много ошибок. Сейчас, вот в это время, это говорю, как будто я реально, знаете, это такая уже прожжённая. Сейчас, ну, действительно, в нашем времени учиться легче всему. Это я не говорю про маникюр. Вообще всему легче учиться. Интернет в более таком логичном доступе есть. Да блин, да что я пропустила по поводу МК? А у меня нету, кстати, ни одного комментария. Я читаю. А-а, нету. Честно, девочки, у кого, может быть, у меня не высвечивается, напишите, что это за вопрос по мастер-классу, который спрашивают. Я что-то не вижу его, не знаю, у себя, по крайней мере. Так, я тоже 12 лет назад отучилась. Божечки, если бы было, что все, что и сейчас, я была бы олигархом. Это вот, кстати, да. Это да. Тогда клиентов было сложнее гораздо найти, чем сейчас. Но я еще помоложе была. Так вот, нету комментариев про мастер-классы, видите? То есть это я думала, что я ничего не вижу. Так, я не видела про МК. А бывает иногда такое, отправляешь комментарий, сам его видишь, а в этом, в прямом эфире он не высвечивается. Серьезно, сама сталкивалась с таким. Да нет, не прикололись, это точно.
Так. Такая что-то ностальгия даже сразу пошла, я так вспомнила все. Времечко такое интересное. Как любили аквариумные дизайны на прозрачных чипсах. Как еще найти клиентов, кроме инсты? Визитки актуальны? Ну, вы знаете, актуальность, мне кажется, не потеряна еще, потому что всегда же есть и разные люди. То есть кто-то активный пользователь интернета, а кто-то нет и доверяет там, допустим, только личным встречам. Есть, я пролистываю, поднимаюсь, вопрос, мои вопросы есть. Так, а я ваши вопросы, все остальные читала, а вот про мастер-класс что-то я не вижу ничего. Напишите еще раз, пожалуйста. Здравствуйте, это Сваровский. Нет, это стекло. Обычненькое стекло. Мне на типсы жалко Сваровский использовать. Я помню, даже какой-то у нас с вами, девочки, был прямой эфир. Может, кто из вас есть? И опять пропустили. Четвертый раз. Неужели никто не видит? Я видела, девочки. Что случилось? Как мне кажется, лучше всего работают рекомендации от постоянников. Да. Радио всегда сарафанное работает. Поэтому визитки тоже будут актуальны всегда. Остальные вы же читаете, что я пишу. Нету про МК. Вот, я тоже не вижу про МК вопрос. Так и я тоже вижу ваши. Вот все вопросы я тоже вижу. Вот кроме вопроса про МК. Я что, ничего не понимаю. Красивое стекло, где такое можно купить? Я вам сейчас не скажу. Вы знаете, сколько раз я покупала одно время в разных местах? Просто пачками скупала. Я вам сейчас, вот правда, к сожалению, не назову адреса, потому что я один раз и оптом давно могла их купить, а могла потом где-то в розничных магазинах брать. Я просто все смешала в микс, в свой самостоятельный. Я тоже не вижу вопрос. Примерная цена камней с работой. Ну, все зависит от, как сказать, от того, насколько большая работа выполнена, ведь еще считайте не только себестоимость, считайте время, которое вы тратите. Время, которое вы тратите на дизайн. А то представляете, если вы маникюр и гель-лак делаете за час, а дизайн выполняете такой же час, то как бы, ну, логично, что стоит взять тогда с такую же сумму. Пятый раз продублировала. У меня закрадывается такое подозрение, что, возможно, есть какой-то фильтр на аккаунте, который не пропускает какие-то вопросы, возможно. Может быть, что-то в вашем вопросе такое, что не пропускает фильтр. Вы можете мне написать тогда в директ. Я вам отвечу. Так, здравствуйте. Ну или попробуйте, перезайдите. Здравствуйте, эфир. Да, давно идет. Вы сейчас живете в маленьком городе или переехали? Я переехала, да, я сейчас живу в Санкт-Петербурге. Вот уже 6 лет, кстати. Ой, 6 лет, 6-й год пошел, 5 лет было. Что это я себе накинула-то? Пуху. Так. Где-то в чате Бермудский треугольник. Не, ну я говорю, что есть такая история в Инстаграме, что возможно, установленный фильтр, который не пропускает. Напишите мне в Инстаграм, в Директ. Вообще, если вы хотите полный спектр клиентов себе найти, постарайтесь все-таки задействовать все возможные сети. То есть это и визитки, и Инстаграм, и ВКонтакте, и Телеграм, и Одноклассники. То есть, понимаете, везде есть клиенты. Но вопрос только в том, что вам нужны все клиенты или вам нужна конкретная целевая аудитория. То есть тут нужно вообще подразделять бы.
Ай, уехала моя бульоночка одна. Ну, я вам напишу спасибо, пожалуйста. Сейчас мы доделаем нашу звездочку. Так, девочки, кто спрашивал, давно ли идет эфир? Идет, да, это уже второй эфир. Вы можете его пересмотреть, он сохранится еще на сутки. Эфир сохранится. Эфир сох... Вот когда пишут без знаков препинания, я все время путаюсь. Это указ или вопрос? Эфир мы по-любому сохраняем всегда. Все эфиры, которые ведутся здесь, они всегда-всегда сохраняются. Привет. Ну, привет. Я крупнишки такие в центр больше пытаюсь поставить, потому что там их сложно будет задеть, или чтобы они оторвались куда-нибудь. Пожалуйста. Так. Такой вот дизайн, кстати, не каждый, конечно, пойдет, не каждый клиент согласится. Но, блин, это очень здорово. Себя на руках любите минимализм? Да я бы любила бы максимализм, но я на себя времени много не люблю тратить. Ну, в плане в маникюре. Я раньше делала сама себе постоянно маникюр, но вот сейчас мне будет делать моя коллега. Вот мы должны были сегодня вообще в прямом эфире это сделать у меня на канале. На канале, господи, в аккаунте. Но что-то пошло не так, и мы поехали и купили всякое барахло для работы, но не маникюр. И поэтому, если она захочет делать мне не минимализм, то я соглашусь. Но вообще я, да, последние года полтора, наверное, больше любитель нюдовых оттенков, но и страз. Девочки, сажаем на базу идеальные ногти. У базы идеальная густота, консистенция. И она очень хорошо держит стразы. Вот такой вот у нас кусочек звезды с одной стороны будет. Так. Это будет прямой эфир по маникюру, вы его сохраните? Да, но он будет не здесь, он будет в моем инстаграм-аккаунте, и он будет 22 числа вечером, 22 февраля. Обязательно сохраним. Вы моя сестра, по ходу дела, к своему стану. Даже педикюр уже 4 месяца не могу сделать. Кармическая сестра. Сестра, ты нашлась, ура! Так, как его найти? Мой канал, вот в прикрепленном внизу комментарии написано «Экспресс-дизайн.Мария Мун». То есть это название моего аккаунта. В поиске вбиваете, находите меня. Ну или вот могу показать вам. Вот так, название Мария Мун. Такая вот аватарочка будет там. Так, ну ладно. Одну часть мы доделали, слава богу. Сейчас я там подсушу. Я приложу две части друг к другу и досмотрю. Посмотрю, может, что-то куда-то прибавлю еще. Ого, время, девочки. Ничего себе, сейчас сможет отключиться самостоятельно. Без моего ведома. Инстаграм. Так, давайте я сразу сначала, он слегка подсушился, но я сразу поднесу. Ну да, вот это я, конечно, мощно промахнулась со звездой. Маханула с левой стороны побольше. Здесь надо расширить лучик.
Смотрите, чтобы сильно не тратить время, я думаю, что вы уже поняли, как это делается. То есть вы рисуете сначала звезду на двух ногтях, а потом уже соединяете. Дальше, что нам с вами нужно делать? Давайте я все-таки добавлю сюда толщины. Дальше нам нужно просто это все закрепить хорошо. Также базой вам нужно пройтись вокруг ногтя, точнее вокруг страз. Тем самым их хорошо закрепив. И после этого уже вы покрываете топом. Вокруг также на стразы мы не попадаем. С толщины сюда добавим. А то там такие массивные эти получились. Лучи у звездочки в этой нашей. А здесь крошечки. Топ без липкости, да без разницы, смотри, чем вы пользуетесь. Смысловой нагрузки как таковой нету. Вот сейчас толщины поддобавили чуть-чуть. Сейчас я вам покажу в конце, как все это будет выглядеть. Ну и также к себе в сторис загружу тоже фото. Так. Тоже чуть потолще сделаем этот лучик. Топ без ли... У меня... Нет, у меня топ с липкостью. Сейчас я работаю InGarden. У него есть липкость. Но матовым топом я бы перекрывала сейчас. Я бы просто перекрыла, но у меня матовый топ в студии остался. Здесь дома только такой топ. Вот матовый InGarden Cosmo Velvet, он крутой, он без липкости. Им хорошо. Смотрите, и закрепить сразу очень просто. Вы проходитесь тонкой кистью, небольшим количеством базы, создаете бортик для страз. На них, на самих не попадаете, но поближе к стразикам материал распределяете. По всему периметру. Так. На бульонке можете попадать, ничего с ними не случится от этого. А вот стразы перестанут блестеть тогда. Я прям такой конкретный бортик создаю, потому что, ну, как бы и конструкция не маленькая. Снимать такие стразы нужно либо старыми кусачками, либо в замотке с фольгой, чтобы база немножко размягчилась. И вы хорошо и спокойно стразы убрали. Это точно не экспресс дизайн, целый курс провела. Да, есть такое. Нет, экспресс дизайн он был до страз. Почему стразы не на клей? Так а зачем? Если на базе хорошо держится, то я его на клей не наношу. Так, давайте немножко. Давайте это типа творческий беспорядок был. Вот так вот. Вот так вот он был. Вот так вот он остался. Ну что, сейчас давайте тогда, знаете, как сделаем? Потом, впоследствии, вы все это топом просто дорабатываете. В общем, вот такая вот у нас слегка потрепанная звездочка получилась. Потрепанная, потому что немножко неравномерная. Старалась чуть побыстрее сделать, чтобы время эфирного не отнимать, да и крепление страз, я имею в виду, это немножко нудно. Себе в сторис загружу мою прошлую работу, там с матовым топом.
Мне с матовым всегда стразы больше нравятся. То есть вот посмотрите даже на моем ногте матовым топом Cosmo Velvet. Очень хорошо и закрыто все. Так, вот такая вот, девочки, у нас история. Все, кто спрашивал про онлайн-курсы, вы можете написать мне в директ или написать в директ сюда, в InGarden. И вам обязательно вышлют инструкцию. Напишите мне, не стесняйтесь, я вам еще и голосовыми что-нибудь накидаю. Еще и видео тоже пришлю, поэтому спрашивайте. Те, кто еще никогда не проходил онлайн-курсы, поверьте мне, это очень информативное занятие. Доносится все максимально. Те, кто не научился, не было. Поэтому спасибо за ваши комментарии. Вы можете также сделать нашу старую традицию, сделать скрин с нашего эфира, выставить у себя в сторис, отметив меня, и я вас перепостом сделаю в свой канал. Вот такие вот дела. Спасибо, девочки, всем хорошего настроения и благодарных клиентов. Всем пока-пока от нашей звездочки. Пока-пока. Спасибо, крутой эфир на позитиве.